Всем привет, ребят. Ну что, мы сегодня опять на английском сервере, и сегодня буду докачивать последнюю судьбу Silent Hills, где герои 12-12. В принципе, с этой локацией, кто интересный, для бездоната это одержимый, для доната это Некрос. В принципе, все. Что-то интересного здесь такого нет. У нас был интересен вот Дракула, но там убрали втихаря у него 12 умения, добавили просто плюс 2 цели. И на этом все закончилось. Так больше, допустим, призрачный, ну, такое себе РТшка. Ну, тоже ни о чем, я бы так сказал. Ну, нам в любом случае надо всех качать. Так, у меня уже прокачанный есть оборотень, у него добавляется на 11-12 плюс 25% атаки. В принципе, больше ничего. Поехали одержимого качать. Ну, одержимого, думаю, многие знают, где применять. Неплохо он для бездонатов подземках. На PvP локациях, конечно, он уже не такой, как раньше был имбовый. Раньше его и на битве гильдии я в дефе использовал. Офигенный герой был. Но на сегодня, к сожалению, с выходом новых героев, он все больше и больше не востребованный. Да, без донаты могут его использовать смело, но в донатных пачках, честно скажу, он не особо сейчас котируется. Офигенный герой, но, блин, время его уже, к сожалению, прошло. Так, отлично. Вот. На подземках, да, в принципе, толк от него есть. Он, дальность атаки большая. Что у него меняется? У него на 11 скилле появляется понижение входящего урона, что есть очень-очень неплохо. Плюс добавляются базовые характеристики к урону. Ну, то есть все в принципе как у всех героев, плюс процентуальное увеличение. Поэтому я бы советовал, наверное, в первую очередь его качать, даже если там у вас есть Некрос. Скажу, что Некрос не настолько актуален, чем больше ему урона даешь, тем быстрее он будет сливаться. Так, отлично, разобрались. Поехали, следующим будем качать призрачного. Призрачного появляется, по-моему, плюс одна цель, если не ошибаюсь. У него 6 становится 7, и больше такого чего-то мега интересного, честно говоря, нет. Я его, в принципе, практически не использую. Единственное, где это я раньше бегал на этом в лабиринте. Думаю, до лабиринта мы дойдем тоже. Вот там я его использовал, мне он там нравился. А так, в принципе, больше я его не использую нигде. Без доната, возможно, он будет интересен на начальных каких-то локациях, начальных прокачках, но я бы особо в него ресурсы не вливал. Плюс героя то, что он там дает подхил, еще как вариант. И плюс то, что у него есть тень, нанести больше урона можно. А так, особо не вижу никакого смысла в его прокачке, чисто ради силы. Это стоит сделать. Все с юнитами, ужас просто. Так, поехали.
Веселая битва гильдий. Куча народа сливается. Особенно на китайке, там вообще жесть полная. Ракушка тащит. Люди не готовы к такой обратке еще. И, конечно, бы огненки найти восьмой рунами. Либо ракушки восьмой рунами. Вот это было бы интересно. И огненку прокачать на максималку. Но, к сожалению, пока не продают. Блин, а чё я парюсь? Есть же ж магия. Ой, блин, там ещё и атлант в тотеме. Называется, заюзал магию. Как же тут все сложно на английском сервере. Так, отлично, поехали. Как видите, я вот смотрю, один герой плюс гарнизонный, по одному герою, точнее, плюс гарнизонный, не хватает, чтобы взять 520к. Хотя у меня, конечно, недокачаны еще юниты, недокачаны здания, но где-то плюс-минус, думаю, можно будет за юнитов еще получить, и за здание где-то 520к с гарнизоном это реально сделать. Так, есть. Так, что, поехали следующего качать. Ничего себе, Фрая, смотрите, какая жесткая. Всех унизила. Ужас просто. Так, ладно, не будем заморачиваться. Поехали. Карташка у него добавляется на 11-12 скилле
возможность стана целей. Но, честно скажу, там 0,8 секунды, по-моему, на максималке, оно того не стоит совсем. Поэтому вливать в него ресурсы, ну, смысла нет. Если раньше его использовали на архидемоне, то сейчас, даже не знаю, не настолько юзабельный, как раньше это было. Ну, опять же, для бездонны все герои хороши, но вливать ресурсы в него я не советую. Бесполезный пока что. Возможно, где-то он со своим щитом пригодится, но пока он не настолько актуален. Так, есть. Ну, думаю, в принципе, да, 520к реально натянут. Вполне даже. Так, ладно, не будем заморачиваться. Поехали всех качать за самоцветы. Потому что скоро уже битву гильдии надо будет еще пройти. Так. Дальше. Ну, Огнекрыл. Говорю Огнекрыл, вечно их путаю, блин, уже запарился. Некрос. Добавляются просто базовые статы. Ничего такого особенного, в принципе, нет. Ну, когда они добавились, да, все думали, это круто-круто, там, увеличение статки. Но скажу сразу, по сути, это фигня, потому что он как убивался, так и убивается. В любую отражалку его шатает свободно Фрея, многие герои. Добавите ему урона, он быстрее убьется, поэтому... Да, кайфовый, классный герой в свое время был, но уже, к сожалению, его время прошло. Поэтому, ну, качать, конечно, его надо, там, для доната это по-любому. В некоторых случаях он поможет вам, но в основном эта прокачка ничего хорошего вам не даст. Есть просто герои, которым действительно они меняются, там, возрождаются, если старые герои, как Лиди Леон, например. Она просто кайфовая, одержимая в этой пачке тоже вроде неплохой. Остальные, честно говоря, такое себя. Влад Дракула раньше был как когда-то вообще такой мега-имбой, сейчас, ну, не знаю, кто его. Ну, его еще, конечно, используют, но имея новых героев, он вам не нужен будет. Да, не хватит нам где-то. У меня там еще панда не докачана, надо будет панду открыть, кого-то слить. Получится где-то плюс-минус, но еще нужно будет докачать юнитов. Что там у меня по юнитам делается, где там плюс 80 дают, ну не так уж и много. Так, пятый, третий. Тут еще есть, конечно, кого качать. Ну, так вот, ребят, в принципе, все. Судьбу мы всю докачали, все героев докачали. Еще где-то там у нас панда осталась. Новая локация, я ее просто слил был, прокачал, потом слил. Место нужно было. Вот так вот. Такой вот у нас трешечок. Не знаю пока насчет гарнизона, что с ним делать, сливать, не сливать. Гарнизон, конечно, по-своему хорош, некоторые персонажи, ими интересно играть, но дальше непонятно. Пока есть гарнизон, буду бегать с гарнизонными, а что там у меня по гарнизону творится вообще? Раз, два, три, шесть, семь. Ну, зеленых можно немножко приубавить, у кого у нас еще 12-ки нет. А тут уже все с 12-ми остались. Вот, поэтому время покажет. На китайке однозначно гарнизона не будет. Возможно, здесь оставлю, так как на основе тоже его нет. Все, пишите комменты, подписывайтесь. Как обычно, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.